Всем привет! Продолжаем играть в Fallout Shelter в режиме выживания. У меня для всех плохие новости. Прошлая серия, вчера я записывал, она торжественно не записалась. Фрабс дурканул и, короче, не записал ее. Или я дурканул, я так и не разобрался, кто дурканул, но, в общем, серии нет, это факт. Так что линейку прохождения Пол и Планкин, последнюю серию, мы так и не увидим в моем летсплее. Так же, как и обнаружение профессора Хормфурта, или как его там звали. Ну, в общем-то, по большому счету, мы ничего не потеряли. Потому что, могу вас сразу обрадовать. Не знаю, спойлерить, не спойлерить, но последняя серия за Полу Планкин была просто убогая. То есть, как бы, я ждал от нее каких-то... интересности выше среднего, скажем так. То есть, как бы, это же первый квест, все-таки это должен быть интересный, он должен увлекать все. И он действительно увлекал, и даже был твист внезапный и прочее. Но в конце они просто облажались. Облажались конкретно. Ну, с профессором там тоже. Ну, там надежд никаких не было. Просто пойди найди профессора в пустоши. Ну, нашли, ну, разводил он там живность, ходил там в пенсне и этом, и цилиндре. Ну, в общем, там дали нам ядерколы, там налили ядерколы, и на этом, в общем-то, все и кончилось. То есть, весь хваленый убежище поле, что мы там ходили, ЕК искали, там еще что-то, вся эта ерунда кончилась тем, что нам дали там пару бутылок ядерколы и отправили домой. Все. Вот это вот, вместо ЕКа, вместо вот этого всего... Ну и профессор тоже такой, нашли мы профессора, искали там, прошли там и светящихся, и все там, пробились сквозь убежище, внизу сидит он, о, привет, пацаны, я вам дам ядерколы. А, я, говорит, ищу, это, эликсир вечной молодости или вечной жизни, что-то он там, какой-то эликсир, короче, говорит, я его, это, не нашел, но зато у меня есть ядерколы. О, привет, мистер Шляп. Ну, короче, я не знаю, это был какой-то абзац. Я вчера был весь вечер расстройства. Сразу этот профессор, потом это Пола Планкин. А потом еще выяснилось, что серия не записалась. И я так огорчился. Вот. День целый, сутки не подходил, практически не трогал, ничего не писал и не заморачивался. Но ничего. Сегодня мы с вами продолжим играть. Вот. Сегодня он у нас испытание еженедельное, игровое шоу. Я думаю, мы начнем. Там должно быть что-то интересное. Там очень высокий уровень вхождения стоит. Я думаю, это не просто так. Я думаю, там нам какую-то интересность таки заготовили. Потому что, я повторюсь, меня пригорело. У меня пригорело добряче. Я же говорю, мы пришли. Вот. Убежище полис, мы спустились, все. А там выходят каких-то 4 голых калеки, короче, без оружия, без ничего, в этом в разграбленном уже убежище, с выбитыми дверями, говорят, о, отлично, привет, чуваки, будем жить мирно, мы вам дадим ядерколы. До свидания. Все. Ответить на все вопросы, отлично. Такой, блин, ангар. Ну, поехали. Будем отвечать на вопросы. Прикольно рейдера в такой одежде видеть. Добро пожаловать на викторину «Потеряй голову». Отвечайте на вопросы правильно и получите крышки. Если дадите неверный ответ, то потеряете голову. Ну, поехали. Кто был безумным лидером Республики Дейва? Дейв? Дейв! Верный ответ! Мы всегда начинаем с легких вопросов. Ну, поехали. А, типа, все, дальше идем, да? Вопли, музыка? Кто-то вопит под музыку? Хм, парень услышал рок-н-ролл, наверное. Да, прикольная ведущая. Чем-то напоминает эту... Кандилаки или как ее? Эту. 1000 слов в минуту говорю я быстро. Так, а Десклава это тоже часть викторины? Им тоже надо отвечать на какие-то вопросы? Так, ладно.
Это все здорово. Давайте только, наверное, кого-то одного зафокусим для начала. Минуснем им стволы. Так, хилка, хилка. Тише, ребята. Нам не нужны неприятности. Умрите спокойно. Без шуму и пыли. Как говорит шеф. Все нормально, не переживай. Есть. Завалили слонопотама. Так. Что это письмо? А? Пух! 5-кратный урон. Получи. Под ребро. Пух! Еще раз. Норм вошло. То, что реально нужно. Отлично. Поехали дальше. Где вопросы? Еще вопросы. Хочу еще вопросов. О, еще одна ведущая. Начинаем второй раунд. Чем был Ривер Сити до войны? Авианосцем был. Динь-динь-динь, верный ответ! Пу, нам дали еще денег. Ура, супер. Тратитель места, просто шок. Да, я тоже не люблю викторины, я согласен. Так, антирадина нам теперь насыпали. Отлично, поехали дальше. О, а это, я так понимаю, команда по этому. Между раундами вот эти массаж делают, там, воду подносят. Капы достают из-под ринга. На! Получи. Это, наверное, эти ребята, чтобы мы форму не теряли, не остывали, разогревают нас в промежутках между раундами. Ну нормально, пока справляются парни со своей работенкой. Работеночкой. На. Да, где третий Тина Кандилаки? Тина по прозвищу верблюжья лапка. Я вспомнил точно, это она была. И ее известное фото. Так, что, Тина обиделась, ушла, не будет? Эй, прекращай, давай. Возвращайся назад. Тут тараканов вместо себя оставили. Давайте выносим. Ох, вот это я мочканул. Ну, в принципе, тут и так. Норм. Это норма. Поехали по ангару дальше. Действую с максимальной эффективностью. Кажется. О, сейчас тут будет супер вопрос. Вопрос на миллион долларов. Да, из двух оболтусов. Фокусите их. Правда, не знаю, есть ли смысл их фокусить. Ну, все равно фокусите. Но кажется, что все вместе стреляют в одного и даже его друг. Но на самом деле он спиной стреляет нашему в спину. Интересно, тут есть такой тактический, как расчет, то есть стреляют в спину или спереди. Было бы здорово, если бы в спину был там полуторный или двойной урон. О-о-о. И кто бы тогда не поворачивался спиной, я так думаю. Попробуйте меня разубедить. Ну давайте уже, доканывайте его. Ну, так тоже нормально. Тоже вошло. О, курточку нашли, это супер. И одну хилку. Это серьезно. Это серьезная заявка на лидерство. О! Да, Тина обиделась, Тины не будет. Вместо нее какой-то хрен. Наверное, Якубович. Начинаем третий раунд игры. Потеряй голову. Какой группе принадлежит Сара Лайонс? Сара Лайонс, кто это такая? Кто такая? Это, наверное, я не знаю даже, кто это такая. О, ассоциация работников зоопарков. Это, наверное, какая-то вырезанная локация, может, это из нее. Минитмены, вообще таких не помню.
Они минометами торгуют, что ли? Анклав? Нет, там был Фрэнк Харриган. Тогда остается только Братство Стали. Точно. Методом исключения мы узнаем, кто это было. Братство Стали! Отлично, вы переходите в следующий раунд. Супер, мы угадали, мы догадались. Мы же 10 тысяч дали. Интересно, тут миллион можно? Кто хочет заработать миллион? Я чувствую, что мы на верном пути. Точно. Это был такой фильм. Индийский там. Про миллионера. Ой, мы тут ящичек забыли. Оприходовать. О, светящийся таракашка. Помажем его карандашем, карандашом Машенька. По усикам. Нарисуем ему на мордочке очки. Карандашом Машенька. На. Все. Сметайте в совочек. Получай. Так, вы извините, мы там у вас ящичек забыли оприходовать. Это наш ящичек. О, там стимпаки, ну. Тоже неплохо. Особенно в начале игры. О, десклавы, десклавы, десклавы это круто. Десклавы это здорово. Так, всем мучим десклавов. Желательно одного. Так, давайте, наверное, с антиродином уходимся. Да что он там скачет? Так, да. Чтобы мухи не беспокоили. Да не туда, блин. Все колбасят одного. Сейчас вырубаем одного, а потом вместе рубим второго. Все нормально. Не цы, прорвемся. Норм. Чух. Что там у трехкратный так особо и не это. И не впечатлил. Есть! Блин. Какие они толстые. Пока расковыряешь, устать можно реально. О, микросхема, супер. Вперед, ребята! Пусть смотритель нами гордится. Так точно, давайте. Покажите им, что стоят парни из убежища. А стоят они очень дорого. О, уже 3 десклава. Так, давайте, все пройдем одного. Фигачим одного. Ну, видите, как нормально. Так, если в одного, то хорошо входит. Входит и выходит. Замечательно выходит. Есть, мы махнули. Теперь вот этого, который к нам поближе. Он мне меньше всего нравится. Тут он совсем не красивый. Да. Ну, кстати, да, тут нарисованы они как-то так немножко странно, не знаю, канону не очень. И на из третьего Fallout они не сильно похожи. И на оригинальный что-то тоже не особо похоже, я так вам скажу. Какие-то тут совсем свои оригинальные когти смерти. Ни на что не похожи. Не похожий на тебя, не похожий на меня. Просто так прохожий парень. О, стимпак, отлично. Ну же, шагай вперед, а то проиграешь. Точно. Голосуй, а то проиграешь. Голосуй сердцем, да, как там говорили. Чуть никто не говорил, голосуй умом. О, а где ж охрана? Ты к нам вернулась. Ой, верблюжья лапка, кандилаки. Кто оказался в ловушке на крыше Trinity Tower? А вот это вот я действительно не помню.
хрен его, не знаю, от балды. Бил сатан. О, я понятия не имею, кто этот, поэтому вы теряете его. Отлично. Отлично, сейчас мы ее завалим и получим. Ого, ее еще завалить попробуем. Тиночка-то оказывается... Ничего себе. Ух, ни хрена себе она дала. Толково сходили. Сдаться, сдаться, валим отсюда нахрен. Норм зажгла. Норм. Слов нет, одни выражевывания. Жесть! Жесть! Они умерли окончательно! Жесть! Супер! Вот это я понимаю, жесть! Жесть! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да. Да. Это кто у нас там был? Лукас Симс, да? Наш любимый. Лукас, блядь, Симс, ёбаный насос. Мы Лукаса Симса потеряли. Япона, мама. Ебани очи. Ай-яй-яй-яй-яй. И Остина Ричардса. Охрененное задание. Супер, отлично, я в восторге. Получили мы по ушам. Вот получили, вот так получили. От души. Отличное задание. Лукаса Симса потеряли. Ай-яй-яй-яй-яй. Нашего первого, самого главного, самого раскачанного, самого мощного персонажа. Потеряли. Слили в тупую. В тупо-тупо-тупо абсолютно бессмысленно и ненужно мы его потеряли. Привет, бутылка. Привет, крышка. Сейчас они нас будут веселить. В детском саду скоро будет Новый год. Будем пить пирожки и пить компот. Есть компот. Давайте, веселите нас. У нас тут полный П. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы шо, я в шоке. Я... Вот это жесть, как она есть. Вот, тараканы подвесили. Трам-парам-пам. Трам-парам-пам. Лукаса Симса потеряли. Ребята, мы потеряли Лукаса Симса. Вот правильно, я сам говорил неоднократно. Неоднократно, то есть повторял и писал в комментах ребятам. Единственный вариант играть в выживание... Единственный возможный вариант. Это только если не привязываться к Симсам. То есть, ну, не привязывайся, не выбирай себе любимчиков, не напирай на кого-то одного. Потому что иначе потом будет очень огорчительно их терять. Вот оно вот так вот и случается. Вот Лукас Симс, я не говорил об этом. Он не очень нравился, шериф из Мегатонны. И вообще персонаж он интересный, классный. И здесь он нам попался одним из самых первых.
Он нас помогал, выручал, то есть как бы... О, лунную походку мочит крышка. Вот, выручал в выживании, он нам первый попался, и ввиду своего большого левела и высоких статов, и оружия, и плаща, он тут вытягивал и спасал нас. И мы его тупо слили. И главное не то, что там в какой-то критической ситуации, просто пошли на задание, и просто неправильно ответили на вопрос. Ну, тем, кто будет играть сам, будет проще. Он сможет, я думаю, свернуть окошко, посмотреть в гугле, там вдруг какой-то ответ не знает на вопрос. Но мы-то играем здесь по-честному. Поэтому вот так вот, маемо шо маемо. Но будьте внимательны, вы теперь будете знать. Вот, кстати, как нашу полосу препятствий сейчас будет проходить. Ухти смерти посмотрим. Вы будете предупреждены, вы будете знать, что будьте наготове, будьте начеку. И такое еженедельное задание просто так не суйтесь. И хорошо знаете матчасть. Учите матчасть. Или держите под рукой Google, чтобы у него спросить в случае необходимости. Что там за вопрос? Вернее, какой там на него ответ. О, один уже упал, и второй упал. Устали, наверное, ребят. Ну и ты ляг, отдохни. Ляг, приляг. Вот так вот. Ляг, поддохни. Кошка спит. Она устала. Так мне бабушка сказала. Ну все, ребята. На этом, наверное, пока все. У нас нету что открывать. Не заработал я день целый, да. Горевал по потерянной серии. Теперь еще день буду горевать по потерянным. По потерянному Лукасу Симсу. Ой, ладно, давайте кого-то отправим на другое задание. Так, чё? Прекращайте. У нас у кого-то должны быть эти лазерки. О, все, крышка с бутылкой валят. Давайте, пока-пока. Искать эту дорогу. Так, надо отхилить всех. А то вдруг тут опять налет. А мы не готовы. О. Нам еще один нужен, да? А вот и он. Так, 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 так. А что там еще нужно? Одежда какая-то специальная? Или что? Так, давайте гражданку. О. Кого еще? Ну, с производства не будем снимать. Давайте он, кто качается, тех. А, только это можно. Я понял. О, видите, как, кстати, вот. Опа, и опять налетели когти смерти. Неожиданно. Никто не ожидал. Как, мы их не ждали, они уже пришли. Робот их тут задержит чуть-чуть. И пошли опять по полосе препятствий. Импаков у нас полно. Задание у нас на костюм есть. Так что, в общем-то, можно только радоваться. Когти нам входят то, что надо. Нам там надо отбиться там от нескольких нападений. Когтей. Каждый ход когтей.
нам нормально. Нам в пулю. Все равно, Леха, отдохни. А я лягу, прилягу. Он еще всего 7 раз отбиться, и все, и нормально. Так, а хорошо, вопрос. А лабораторный халат не подойдет нам? Не? Сейчас проверим. И у нас еще где-то были костюмы. Были точно, стопудово я делал. Я же делал. А, вот. Вот он, вот. Вот, точно есть. Один как минимум. А вот еще один. Ну, в крайнем случае, да, нам есть чем одеться. Так, ну а теперь давайте отправим, наконец, команду на научный прогресс. Не допускайте, чтобы кто-то помешал научному прогрессу. Ну, правильно, научный прогресс не остановить. Давайте отряд собираем. Катерину. Катерина, кстати, тоже. Так, Ширли Мартин. Это где она? Игровая комната. Катерина, кстати, тоже такая неплохая. Мне нравится. О. Ну, пошли еще на случайную встречу. Затягиваем серию уже до невозможности. Чтобы забыть про то, как мы потеряли Лукаса Симса. Ай-яй-яй, так тупо, ребята. Ай-яй-яй. Убить главаря рейдеров в супермаркете. Поехали, убьем его. Этого главаря рейдеров вместе с его рейдерами в его супермаркете. Сейчас тут будет грязно. Нужен уборщик у ряда номер 5. Дружно. Кто это у нас такой? Син Адамс. Кто такой? Не помню. Кто-то из молодых, наверное. Супер-пупер магазин. Супер-дупер-март. Примерно она переводится как супер-пупер магазин. Так. Что тут за барахлишка всякая? Так вот теперь я хочу домой. Да нет, дорогой, еще погуляй пока. Еще пока мама не пришла с работы. Всех зачистим. Всех убью, один останусь. Отомщу за Лукаса Симса. Блин, я теперь про него не забуду. Кошмар. Как так можно было? Ай-яй-яй. На. Это вам за Лукас. Получайте. И Кандилаку я теперь тоже не люблю, несмотря на ее верблюжью лапку. Это из-за нее все так получилось. Так и знаете. Будет весело, сказали они. Ага, весело. Вот тож, ты понял всю суть пустошей. Какой гроб, бумажный или пластиковый? Ой, не знаю.
А какой у Симса теперь у Лукаса? Называется «Нагадайку зи смерть». Где я теперь за этого Лукаса буду вспоминать? Что там какой-то такой толстый свой, не расколупывается. Совсем. Давай уже. Давай пару критов сейчас валим ему и все, и нормально. Так долго сильно. Слишком долго все это делать. Син Адамс. Или это Шон? Не, не Шон, Син. Сен. Да, вот под конец Крид. Давай, хилься. Еще тебя не хватало потерять тут. Но. Ну, хоть так. Поехали. Так, ну все, сейчас давайте отправим наконец команду в пустоши. И будем заканчивать серию. Наконец-то. Где там наша это? Кто там в игровой комнате? Дебра Симон? Не, не она. А вот Ширли Мартин. Давайте ее захилим. Так, задание. Пойдем он за бластером чужих. У нас два делается, и третий мы сейчас завоюем. Катерина. О, подождите, надо же ему еще животных дать тогда. У нас еще всяких. Это кто? А, это мне не подойдет. О, хлам из пустоши. Я думаю, подойдет, что нет. А, все остальные розданы, да? Все остальные полезные животные уже розданы. Тут остались только бесполезные. Ненужные и бесполезные, но... Ну ладно. Я сегодня отправлю наконец отряд или нет? Катерина. На тебе. Тигра. Ширли. Одевайся. На выход с вещами. Так, ну и третью тоже тогда. Кого, кого, кого? Так. Это гражданку какую-то можно. Такую, чтобы не с работы снимать. Пойдет бабский коллектив. Не, не пойдете. Не пойдете. Классная комната. Классная комната. Это что он там? А, вот интеллект поднимает. Да ладно, не надо тебе интеллект. Ты и так умный. Бери ружье, иди. Ну, поехали. Пью. Ну вот и все, ребята, на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Еще раз попрощаемся с Лукасом Симсом. До следующих серий, где мы потеряем еще кого-нибудь, я уверен. Всем спасибо за просмотр. Порадуйте меня, поставьте мне лайков. Пока-пока.